Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики. Сейчас Министерство образования работает над этими стандартами. Я хочу, чтобы это было предметом обсуждения в обществе в целом. Это должны быть современные стандарты. Сфера образования должна стать базой для расширения научной деятельности. В свою очередь, наука также обладает значительным образовательным потенциалом. Надо оказывать содействие талантливым молодым людям, ведущим активную исследовательскую деятельность, помогать им успешно интегрироваться в научную и инновационную среду. Сегодня, при том, что мы занимаем третье место в мире по числу ученых и уже входим в число лидеров по государственным расходам на научную деятельность, по ее результатам мы далеки от передовых позиций. Это прямое следствие слабого взаимодействия научных и образовательных организаций, государства, бизнеса, недостаточного привлечения частных инвестиций в науку. Вложения в исследования и разработки со стороны бизнеса должны стимулироваться государством и нарастать, а увеличивающиеся государственные ресурсы, направляемые в науку, должны использоваться максимально эффективно и сосредотачиваться на фундаментальных и прорывных направлениях, прежде всего в тех сферах, от которых зависит безопасность страны и здоровье человека. Сегодня каждый второй мужчина в стране не имеет шансов дожить даже до 60 лет. Позор. А граждан России все еще становится меньше с каждым годом. Считаю, что в ближайшие 3-4 года мы уже в состоянии добиться стабилизации численности населения. Хотя некоторые наши эксперты, в том числе в правительстве, прогнозировали, что это будет возможно только через 10-12 лет. Считаю, надо сделать все, чтобы уровень смертности в России сократился более чем в 1,5 раза. А средняя продолжительность жизни в России увеличилась к 2020 году до 75 лет. Для этого нам потребуется самое серьезное системное изменение и в организации медицинской помощи, и в техническом перевооружении медицинских организаций, и в качественном изменении кадрового потенциала здравоохранения. Нужно создать такие условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом. И, конечно, нам необходима действенная политика поддержания семьи. Базу для такой политики составят как уже принятые серьезные решения, так и новые меры. Здесь одним из важнейших являются задачи по жилищному строительству и создание условий, при которых граждане смогут самостоятельно решать свои жилищные вопросы. В частности, улучшать свои жилищные условия в соответствии с меняющейся семейной ситуацией. Нужно также иметь в виду, что подъем экономики и увеличение доходов граждан приведут к значительному росту спроса на услуги образования и здравоохранения. И для того, чтобы эти сферы соответствовали возрастающим потребностям граждан, главным условием их финансирования должны быть качество и объем предоставляемых услуг. Необходимо активно задействовать налоговые механизмы для стимулирования инвестиций в развитие человеческого капитала. Для этого требуется в максимальной степени освободить от налогов расходы компаний и граждан. Обращаю на это внимание и правительство, и депутатов Государственной Думы. Освободить от налогов расходы компаний и граждан на образование, медицинское страхование, софинансирование пенсионных накоплений. Нам надо добиться, чтобы все граждане нашей страны использовали свои знания и умения, а там, где необходима помощь государства, имели возможность получить качественное образование, поддержать свое здоровье, приобрести жилье, получить достойные доходы. То есть иметь уровень жизни, определяющий принадлежность к так называемому среднему классу. И считаю, что минимальной планкой доли среднего класса в структуре населения к 2020 году должен быть для нас уровень не менее 60, а может быть и 70%. При этом дифференциация доходов семей должна сократиться с нынешнего абсолютно неприемлемого 15-кратного разрыва до более умеренного, но, подчеркну, не лишающего стимулов для профессиональной и творческой самореализации. Уравниловки быть не должно. Россия должна стать лучшей по возможностям для карьерного роста, для значительного повышения социального и материального статуса в течение жизни, лучший в поощрении таланта и успеха.
Все, кто готов работать, должны иметь возможность хорошо зарабатывать. В том числе накопить достаточно средств и для сохранения достигнутого уровня жизни после завершения трудовой деятельности. В то же время очень важно, чтобы сегодняшние пенсионеры и инвалиды, не имеющие таких возможностей, получали достойные пенсии и пособия. Наконец, говоря о высоких жизненных стандартах, нельзя забывать о личной безопасности граждан. Безопасности в самом широком смысле, обеспечивающей надежную защиту жизни и имущества людей, благоприятную экологическую среду, безаварийную работу транспорта и коммунальной инфраструктуры, эффективное предупреждение техногенных катастроф. И, конечно, развивая человеческий капитал, мы должны опираться на все богатство российской культуры, на ее уникальные достижения и традиции. Все это в целом и есть то самое общество реальных и равных возможностей, общество без бедности и гарантирующее безопасность каждого человека. К формированию именно такого общества мы должны стремиться. И уверен, мы в этом преуспеем. Уважаемые коллеги, перед нами стоят новые и более сложные, чем раньше, задачи экономической политики. Главная проблема сегодняшней российской экономики – это ее крайняя неэффективность. Производительность труда в России остается недопустимо низкой. Те же затраты труда, что и в наиболее развитых странах, приносят в России в несколько раз меньшую отдачу. И это вдвойне опасно в условиях растущей глобальной конкуренции и увеличивающихся затрат на квалифицированный труд на энергоносители. Реализация инновационного сценария развития позволит нам добиться кардинального повышения производительности труда. В основных секторах российской экономики должен быть достигнут как минимум четырехкратный рост такого показателя за 12 лет. Решая задачу радикального повышения эффективности нашей экономики, мы должны создать стимулы и условия для продвижения целого ряда направлений. Это прежде всего формирование национальной инновационной системы. Она должна базироваться на всей совокупности государственных и частных институтов, поддерживающих инновации. Это закрепление и расширение наших естественных преимуществ. Развитие базовых для нас секторов экономики, включая глубокую переработку природных ресурсов. Использование энергетических, транспортных, сельскохозяйственных возможностей России. Это масштабная модернизация существующих производств во всех сферах экономики. Для этого нам потребуется и принципиально иное качество управления предприятиями и изменение практически всех используемых в России технологий, почти всего парка машин и оборудования. Причем лучшие технологии – это в большинстве случаев и самые энергоэффективные, энергосберегающие, самые экономичные и экологически чистые. Важнейшее направление – это развитие новых секторов глобальной конкурентоспособности. Прежде всего, в высокотехнологичных отраслях, которые являются лидерами в экономике знаний. Это авиакосмическая отрасль, судостроение, в сфере энергетики, а также развитие информационных, медицинских, других новейших технологий. Нам, безусловно, необходимо дальнейшее строительство новых и модернизация действующих дорог, вокзалов, портов, аэропортов, электростанций и систем коммуникаций. Крайне важно развитие финансовой инфраструктуры до уровня адекватного растущим потребностям экономики. В конечном счете в России должен сложиться один из мировых финансовых центров. Да это естественно при таком объеме золотовалютных резервов. Вот на несколько дней назад 484 миллиарда долларов с лишним. Кстати говоря, все разгоняются какие-то дурацкие слухи о деноминации национальной валюты. Чушь это полная. В современных условиях это нелепо, невозможно и глупо. В целом, необходимо развитие рыночных институтов и конкурентоспособной среды, которая будет мотивировать предприятия снижать издержки, обновлять продукцию и гибко учитывать запросы потребителей. Нам необходимо создать сотни тысяч рабочих мест, требующих высокой квалификации и связанных с использованием интеллектуального потенциала людей. И одновременно государство должно активно содействовать людям в смене профессии, в трудоустройстве или иначе.